По давней традиции в День Республики чествовали тех, без которых Чувашия не была бы такой, как есть. Медали, ордена и знаки отличия получили актеры, музыканты, медицинские работники, строители и другие специалисты. Все те, кто своей работой вносит вклад в развитие страны. Нина Яковлева – артистка Чувашского драматического театра. В ее творческом активе свыше 100 ролей, а в портфолио – множество дипломов и наград всевозможных конкурсов. В детстве она и мечтать не могла, что когда-то станет настолько известной. Указом президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства многолетнюю плодотворную деятельность Нину Яковлеву наградили орденом почета. Театр – это для меня был мир сказки. Я никогда не думала, что окажусь на сцене. И в итоге… Вот судьба так повернулась, мне так посчастливилось. Я уже 60 лет топаю на своей любимой сцене. Выдающийся музыкант, художественный руководитель Государственной академической симфонической капеллы Марис Яклашкин указом главы республики удостоен звания почетный гражданин Чувашской республики. Династию врачей представил отоларинголог детской городской больницы Дмитрий Малин. 20 лет он уже не просто доктор для маленьких пациентов, но и друг и добрый дядя, которого не боятся малыши. Государство и народ уже понимают, насколько важно здоровье, особенно маленьким пациентам. Видим и положительные моменты. Меняется отношение к нашей специальности, скажем, по оборудованию это заметно и по отношению. Ну, работаем, труд нелегкий, но как-то уже не то, что привыкли. Когда мы выбираем свой путь, мы уже понимаем, куда мы как бы попали. Всего в этот день заслуженные награды получили 19 жителей Чувашии. Все они пример того, как нужно относиться к выбранному делу, отметил глава Чувашии Олег Николаев.